Мировая экономика проходит этап масштабной трансформации. Под воздействием ограничительных мер и возросшим уровнем развития и потребления в восточных странах меняется география торговых потоков. В этих условиях серьезно растет роль автомобильных перевозок. Самым быстрым и гибким инструментом освоения новых транспортных коридоров остается автомобильный транспорт. Вместе с тем следует отметить, что по некоторым направлениям транспортных потоков увеличивается время прохождения контрольных мероприятий на границе. Существующая инфраструктура отдельных пунктов пропуска не позволяет обработать возросший объем грузовых перевозок. Для размещения проблем бутылочных горлышек нам необходимо расширять пропускную способность пунктов пропуска не только на внешней границе Союза, но и на внутренних границах. Видится целесообразным также принятие совместных мер по развитию транспортной инфраструктуры и логистики внутри Союза. Предлагаю внедрить количественные и качественные индикаторы эффективности работы пунктов пропуска на внутреннем периметре, включая совместное рассмотрение вопросов развития и увеличения пропускной способности пунктов пропуска на основных транспортных коридорах, проходящих через наши внутренние границы. В частности, предлагаю рассмотреть вопрос реконструкции и увеличения пропускной способности внутренних пунктов пропуска между государствами-членами ЕАЭС.